Несколько лет назад столица Мордовии выглядела как сплошная стройка. Сейчас это город с европейским лицом. Ровные дороги, окрашенные бордюры и чистые газоны. В Саранске действует негласное правило. Где-либо строишь или ремонтируешь, благоустрой больший участок территории. В это сложно поверить, но до 2001 года 130 улиц Саранска не были заасфальтированы. До 2003-го по ночам в городе не включали освещение. И еще 1,5-2 года назад территория за моей спиной, сейчас это автомобильная развязка, представляла собой болотистую и заросшую местность. Провести экскурсию по историческому центру города, который практически полностью реконструирован, для журналистов из Самарской области вызвался экс-мэр Саранска, а ныне председатель республиканского правительства. Для качества жизни важна среда обитания, уверен Владимир Сушков. И потому госдолг в 23 миллиарда рублей мордовские власти не смущает. Вот он, госдолг. Вот он, вы его видите. Я говорю, одно дело, когда госдолг проеден, да, то есть деньги ушли в никуда, там использовали я не знаю на что. А другое дело, когда задел сделан на несколько поколений вперед. Чистота на улицах – результат совместных усилий горожан и коммунальщиков. За несколько лет к такому порядку, говорят местные жители, привыкли. Спокойно по центру, по площади можно было бы пройти и выкинуть окурок или еще что-то. Это было нормально. А сейчас это даже люди смотрят с дикостью на подобное поведение. Я вот курящий человек, я окурок несу специально вот в мусорку. Неохота мусорить, просто чисто вокруг. Зачем захламлять? Криминальное прошлое Мордовии осталось за горизонтом. Сейчас это один из самых безопасных регионов. Уровень наркотизации населения, по данным местного правительства, здесь в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. С конца 90-х в республике культивируют спорт. Чемпионов здесь знают в лицо. Мы часто ходим по школам. И ребята, пообщавшись с нами, буквально на следующий день, как после рассказывают учителя, бегут записываться в спортивные секции. Не обязательно в ходьбу, борьба, бокс. Заниматься есть где. Последние десятилетия в Саранске построили несколько спортивных объектов. Спорткомплекс «Мордовия», стадион, ледовый дворец, дворец водных видов спорта. Дети тренируются бесплатно. Здесь для нас все сделано. Тренажерный зал, вот, бассейн. Все для нас здесь. Поэтому для меня здесь лучше. А это гордость республики, центр по велоспорту BMX. Единственная в России подобная крытая площадка. Сюда приезжают тренироваться BMX-еры со всей России. Уникальность центра в том, что рельеф здесь легко трансформируется. Чем разнообразнее горки, тем лучше для спортсменов. По словам председателя правительства, секрет мордовского благополучия в умении распоряжаться средствами и в том, что в республике нет противоречий между властными структурами. Не предрасполагает к тому, чтобы отвлекаться на какие-то разборки. Выяснение отношений, кто главнее, кто что, чем должен заниматься. А в целом вместе с населением вся власть решает одну общую задачу. Есть в Мордовии и острые проблемы. Демографические усугубляются оттоком населения в Москву. Недостаточные объемы инвестиций и жилищного строительства. У людей низкая зарплата. Впрочем, даже об этом жители республики говорят с оптимизмом. Наверное, как во всей России ЖКХ. То есть, как бы все равно от этих проблем мы никуда не денемся. А вот по большому счету, вот таких вот проблем. Ну, с трудоустройством, конечно. Город все-таки наш недостаточно небольшой, регион недостаточно небольшой. Но при желании, я считаю, можно все сделать. Было бы желание.